Сегодня второй день выставки. Мы активно работаем. Уже в количестве 3 человек вдвоем не справляемся. Сегодня очень много посетителей. Приезжают и строительные магазины, и приезжают строители. Также очень много дизайнеров интересуются новыми технологиями, какие сейчас на рынке. Очень много у нас сегодня переговоров прошло. Я думаю, что выставка Юбил будет продуктивная. Владимир сейчас проводит очередную консультацию. Приходите, еще выставка будет проходить 2 дня, завтра, послезавтра. Есть возможность пообщаться, лично заключить соглашение на выгодных условиях. Наш павильон находится почти в самом конце. Ориентируйтесь по навигации. Ждем всех на выставке.